Добрый день, дорогие друзья! Компания RS Property рада приветствовать вас в солнечной Алании. Сегодня мы с вами приехали в район Джирджили, который как нельзя лучше подойдет для постоянного проживания или же для спокойного отдыха. Здесь полностью отсутствует посторонний шум от отелей, от дорог и также от оживленных центров города. Но при этом Джирджили находится в непосредственной близости от центра Алании, а в самом районе есть вся необходимая городская инфраструктура. В этом районе сегодня мы с вами посмотрим в меблированную квартиру планировкой 2+1 общей площадью 110 квадратных метров. Располагается данная квартира в благоустроенном комплексе с богатой инфраструктурой и большой зеленой ухоженной территорией. На территории данного комплекса вы найдете открытый плавательный бассейн с водными горками, открытый подогреваемый бассейн, сауну, турецкий хамам, паровую комнату, тренажерный зал и многое другое. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам отправиться на просмотр квартиры, а во второй части видео я озвучу ее стоимость. При входе в квартиру у нас с вами имеется небольшая прихожая. Слева от меня располагаются две спальные комнаты, прямо находится салон, совмещенный с кухней открытого плана. В кухонной зоне, как вы сами можете убедиться, установлен комплект корпусной мебели и уже имеется вся необходимая бытовая техника. Также отдельно хочется отметить, что в кухонной зоне у нас установлено большое окно в пол, через которое открывается панорамный вид на Средиземное море. Что касается гостиной, то здесь у нас она полностью оборудована всей необходимой мягкой мебелью, также имеется вся необходимая техника, установлен телевизор, также есть кондиционер. И из гостиной у нас, конечно же, есть выход на просторный балкон с видом на горы и на море. Балкон в данной квартире расположен весьма удачным образом, поскольку отсюда открывается вид как на море, на горы, так же и на всю Аланию. Приступаем к просмотру второй части квартиры, где у нас располагаются две спальные комнаты. Одна из них находится по правую руку от меня, слева от меня располагается гостевой санузел, и прямо передо мной уже находится хозяйская спальная комната, очень светлая, довольно-таки большого размера. Здесь у нас имеется индивидуальный санузел. Также из этой комнаты у нас имеется выход на балкон, откуда открывается вид на море и на горы. Стоимость на сегодняшний день начинается от 115 500 евро. Более подробную информацию вы, как всегда, найдете на нашем сайте rsproperty.ru. Данный объект находится под номером 7013. Ссылка на него появится в описании данного видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки и нажимайте на колокольчик. Ну а я прощаюсь с вами, до скорых встреч!